Любимая песня юбиляра, ветерана Михайловского ГОКа Василия Беседина «Лирическая шахтерская», где есть такие строки: «Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был?» В свои 90 Василий Михайлович не потерял любви к жизни, а закалка, полученная за 20 лет работы под землей, помогает пенсионеру и в преклонные годы. Каждое утро делаю зарядку, и до сих пор. И постоянно жизнь заключается в движении. Комсомольская путевка всегда звала Василия Михайловича туда, где был нужней. Начинал работать в Магаданской области на строительстве электростанции. Опытный электрогазосварщик объехал немало городов и весей, прежде чем с семьей осесть в Железногорске. За 20 лет работы в дренажной шахте Михайловского ГОКа Василий Беседин делом заслужил почет и уважение. Искренние слова поздравления с вашим юбилеем, слова благодарности за вашу работу, за ваши годы отданные и Михайловскому ГОКу, и нашему городу. Разрешите мне передать вам личное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы спасибо большое. Почитаете. От главы города здесь также поздравительная открытка. Ну и примите от нас, пожалуйста, небольшой скромный подарок. Прошу, с днем рождения. Мы вам желаем крепкого здоровья. Желаем, чтобы вы еще дожили до 100 лет. Василий Беседин начинал работу в дренажной шахте Михайловского ГОКа в 70-е годы прошлого века, в период ее строительства. Тогда коллектив решал сложную задачу по ликвидации обводненности месторождения. Вот где Василию Михайловичу пригодился весь приобретенный за много лет опыт. В шахте работают не по одной специальности, там взаимозаменяемые. Вот приходилось работать... Водоносные там и плывные пески такие, что это они, как вода течет. И представьте себе, что это самое. Затопило шахту, пришлось работать. Две резиновых спецовки одеваешь на голову и работали. Профессионализм и отзывчивый характер Василия Михайловича всегда делали его душой дружного шахтерского коллектива. У его коллеги Владимира Старикова весомый шахтерский стаж – 30 лет. Долго проработал с юбиляром плечом к плечу. Вместе радовались успехам, вместе преодолевали трудности. Так что пожелания товарищу в день рождения самые искренние. С именинником знаком я с 71 года. Дата, конечно, это очень знаменитая ему. Главное, что здоровье ему, не больше жить, чтобы видел и интересовался, как работа, где он проработал много лет, узнавал, как идет дела, интересовался, она и жизнь интереснее будет. За мной не заржавеет, уверяет именинник. Василий Беседин по доброй комсомольской традиции взял обязательство отпраздновать вековой юбилей.